Это самая странная качалка, где тренируется очумевший качок Гигачат, который оказался сумасшедшим. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и тогда я точно сбегу от него. Надоело мне быть дрищом. Нужно подкачаться. Это мой пропуск. Усы, лапы и хвост. Добро пожаловать в Гуантанамо Джим. Ну, здравствуйте. А кто за дверью живет? Халло, откройте. Ладно, приду попозже. О! Это что, у нас качалка под водой, что ли? Все синее за окном. Картина ног, серьезно? В следующий раз надо картину ушей повесить. Это что такое? Ушастая шея? Странные картины, у вас здесь художник рисует. Кошку за пятки. Это ж тренажеры. Наконец-то я их нашел. Соник, успокойся. Ты куда так несешься? Там что, в магазине бесплатные сосиски, что ли, раздают? О, это ж мой сосед, дед Никита. Тебя там бабка Алинка ищет. Говорит, ты за пенсию ушел. И уже 2 дня не появляешься. А ты тут качаешься. Правда, только одну руку базуку накачал. Может, ты попробуешь немножко другой рукой пошевелить? Ё-моё! У тебя уже вся кисть потемнела. Или ты ее пересадил от афроамериканца? Дед Никита! Ты чё такой неразговорчивый? Ладно, надо тоже немножко потренироваться. Ща присядем. Своей пухлой попочкой. Опаньки! Смотри, дед Никита! Сейчас у меня будет правая лапа такая загрузная! Ёлки-иголки! Аж голова закружилась! Ну чё, видал, какая банка? У нас теперь у каждого по руке базуки. Правда, всего по одной. И то по правой. Сейчас посмотрим, каким монстром я стал. О-хо-хо-хо! Что такое себе? Говорили, возьмешь абонемент, станешь качком. Чё-то не работает система, да, дружочек-пирожочек? Ладно, пойдем посмотрим, что здесь есть еще интересного. Опаньки, это ж Гигачат. Точнее, его подбородок. А тут у нас туалет, что ли? Отличненько. А то я, по-моему, перетрудился. Здрасте. Вы так сейчас дырку в полу протрете, и мы провалимся куда-то. Оу, извините. Какой-то он дрищ совсем. Я толстый, он худой. А это туалет. Сейчас я тут устрою газовую атаку. Ох уж эта шаурма. Будет времечко, я там в крайнем туалете наделал делов нехороших. Уберитесь, пожалуйста. А я сейчас уберусь отсюда. До свидания. Сейчас бы что-нибудь покушать, а то как раз место в желудке освободил. Ёшкин кот, это ж как раз столовая. И какой жердяй там сидит. Хе-хе-хе. Парень, что с тобой? Ты чё, весь такой прыщавый какой-то? Мама мия. Он лопает всякую ерунду. Надеюсь, он не заразный, а то сейчас прикоснусь к нему и стану таким же пухлым. Эй, повар! Есть что вкусненькое, только не такое, как у того парня. Я не голодный? Серьезно, чувак? Откуда ты знаешь? Может, я наоборот хочу много слепать вискоса. Ладно, пойду домой. В принципе, одну лапу накачал, остальные 3 в следующий раз. Тут пока еще до выхода добежишь, 1000 калорий сожжешь. Халло! Я снова к вам пришел тренироваться. Опаньки! Отсканировалось. Неплохо. Тут закрыто. Значит, пойдем вот сюда. А, это Гигачат! Он что, за мной подглядывает, что ли? Эй, парень, что тебе надо? У меня ничего нет. Прячусь-ка я тут. Здесь какие-то вентили. И коробки. Пойду посмотрю. Куда убежал этот бешеный качок? Видимо, в толкан. Мистер,
Вы тут здорового качка с подбородком огромным не видели? Оу! Дрич, ты до сих пор здесь можешься, что ли? А кто это у нас тут спрятался? И в плавках сидит на туалете. Он, походу, сейчас в трусы себе навалит. Ладно, пошел-ка я отсюда. Собственно говоря, затем, зачем я и пришел. Мне надо снова подкачать какую-нибудь часть моего кошачьего тела. Парень до сих пор бегает. Дед Никита до сих пор качается. Он, походу, даже домой не уходил. А, подождите. Он же храпит. Дед, ты что, уснул, что ли? И во сне тренируется. А, шалить. А я сейчас сделаю жим от кошачьей груди. Давненько я этого не делал никогда. Ё-моё! Как тяжело! Шикарно! Даже не вспотел. Дед, ты видел, какой я крутой? Там, правда, было килограмма 2 всего. Но, тем не менее, мне этого хватило, чтобы подкачаться. Ща фает за колбасой. У-ху! Вот это скорость! Ща взлечу! Ёлки-иголки, что происходит? Мои ноги не могут остановиться. Опаньки. Это не я. Дед все проспал, а этот парень, я надеюсь, ничего не видел. Все так и было. Сейчас попробую починить. Не работает. Ну и ладно. Сейчас я тут разгонюсь как следует. О, у меня только руки есть. Ошалеть, это получается по спортзалу руки ходят. Это гигачат пришел. Надеюсь, он меня не заметит. Карапа! Он прям ко мне запрыгнул. Пойду-ка я отсюда, пока он меня не слопал. Потому что он огромный и странный. Сейчас посмотрим, во что мое дряхлое тельце превратилось. Опаньки. 2 дня тренировок, и я стал качком. Ну все, в принципе, можно убираться домой. Видал, гигачат? А ты тут годами тренируешься. А я за пару дней стал монстром. Пойду перекушу. Будьте добры мне протеиновых сосисок. А, что за звук? Халю-малю, это гигачат. Чё тебе надо, парень? Отстань, ты меня пугаешь уже. Куда он опять спрятался? А, он делает вид, что он типа качается. Я все видел, дружочек-торожочек. У меня ничего нету, отстань. Хотя, может, он тоже был голодный. И просто посмотрел, есть ли очередь в столовой. Этот шлепок майонезный до сих пор здесь сидит. И пончики свои лопает. Успокойся, приятель. Ты уже на стуль не помещаешься. Товарищ повар, мне, пожалуйста, самую вкусную пиццу. Благодарю. Сейчас налепаюсь. Ням-ням-ням-ням. Опа, гигачат пришел. Надо быстрее все доедать. А то сейчас тоже попросит кусочек. А если я ему его отдам, то я сам не наемся. Эй, кошатина блохастая, протеиновый вискас нужен? Да, я так и знал, что это просроченный протеин. Я засыпаю. Где я? Гигачат что-то сделал со мной. Карамба! Мне надо отсюда выбираться. Кошку за пятки, это же какая-то лаборатория. Сейчас надо найти выход. Зачем мне этот топор? Наверное, будут деревья рубить. О, ключик. И камеры кругом. Этот сумасшедший гигачат, оказывается, за всеми наблюдает. Я пошел отсюда. Вот какая-то деревянная дверь. И в какую сторону мне идти? Пойду направо. Здесь какие-то доски. Естественно, их ломаю. По-моему, за мной кто-то бежит.
Ай, таки гачат! Только он сошел с ума! Мама Мия, помогите! Надо бежать! Я уже открыл миллиард дверей! А, он совсем рядом! Это что за коридор? Очень близко, сейчас за хвост меня схватит! Вроде оторвался! Вентиляция! Шикарно! Он толстый и не пролезет сюда! Он слишком здоровый и точно не пролезет сюда. Я пополз как гусеничка.